Здравствуйте, это блог F-News и я его ведущий Матвей. Репетиции к танцевальному конкурсу студотрядов идут полным ходом. Наша съемочная группа успела на уходящий поезд и порадовала нас репортажами об отрядах проводников «Стрела» и «Феникс». Приятного просмотра! Мы уже готовимся, наверное, примерно месяц. У нас все хорошо получится, и мы достойно выступим. Все очень хорошо стараются, прям видно это по лицам, по энергии. Ребята молодцы, собираются, многие приезжают с города. Я очень сильно люблю свой отряд, я горжусь им. Я своему отряду пожелаю победы, конечно. А если всем отрядам, то тоже хороших выступлений, качественных и хороших бойцов. Бойцы студотряда «Стрела» рвутся к победе. Их будто выпустили из лука, а они не собираются останавливаться. И не надо, ребят, набирайте обороты. Фениксу присуще возрождаться из пепла после того, как он сгорит. Этот же Феникс горит ярким пламенем и будет гореть столько, сколько задора и позитива в его бойцах. Очень слаженные, хорошо подобранные люди, у которых очень много общих интересов, так что все очень хорошо. У нас хороший, отличный танец, хороший коллектив. Мы думаем, мы победим, потому что у нас на это есть все шансы, и мы это очень хотим, а главное – это желание. Первое место точно наше. А с вами был Матвей и блог F-News. Подписываемся на наш канал и тянем пальцы вверх. Всего хорошего!